Ну что, вот будет сейчас новый проект Бас-бункер Фокс. Лиса дождалась, которая находится в багажнике. Вот такой вот X3. Ему будет достаточно. Тут музыки совершенно иная будет. Здесь вместо этих двух динамиков, возможно, альфарды будут стоять, FX30. Вот такой лисичка. Она уже тут опять будет жить. Эти два кенуда останутся. Будет дополнительный еще Урал 3500. Ну, там еще подумаю, что в дальнейшем еще сделать. Ну что, чуть-чуть обзора, да? Такой вот автомобиль BMW, двухлитровый дизель, 177 лошадиных. Смотрите, как проверяется. Заодно посмотрим, как проверяется. Так, шестиступенчатая коробка. Для проверки приборной нам нужно включить ключ. Так, потом провернуть один раз и нажать вот сюда и держать. Когда появилась циферка 2, проверка, еще раз нажимаем. Вот. Такой вариант. Ну что, посмотрим, как раз. Так, что мы вскроем капотик. Вот такой силовой агрегат. Скоро будет музыка. Подписывайтесь, смотрите, наблюдайте. Пока что как есть, потом посмотрим. Вот это магнитолы еще пока, как видите, нет. Сначала проекта получится все штатное, будет убираться, будет стоять Alpine 92. Придется, наверное, пожертвовать навигацией. Так. Правда? Вот такой вот вариант. Думаю, лисе здесь понравится. Такой вот мой новый проект будет. Так, сейчас посмотрим, что находится в багажнике. А в багажнике у нас находится большой аккумулятор. Ну и есть запаска. Она находится вон там. Как-то так. Так, еще покажу, как включается здесь. Так. Значит, такая фишка здесь. Нажимаешь, и включается полный привод. Нажать и держать. Все, включился полный привод. Потом можно отключить его. Вот такая вот. Ой, пристегнемся.
Ну что, шестиступенчатая. Можно и прокатиться. Ну, конечно, высоко. Ну, вот такой проект ожидается скоро. Ждите. Наблюдайте за происходящим.